В Луганске на заседании городского совета пролилась кровь. Бывший кандидат в мэры, а сейчас общественный деятель, Михаил Пащук откусил палец сотруднику охраны. Пащук вышел на трибуну, чтобы передать письмо с просьбой граждан не переносить рынок из центра города на окраину. Но депутаты отказались его выслушать и вызвали охрану, которая попыталась вывести мужчину из зала. В разгаре борьбы Пащук и укусил охранника за палец, да так сильно, что приехавшие врачи констатировали ампутацию первой фаланги. Сейчас милиции решают возбуждать. Дать ли уголовное дело? А у меня зал. Отпусти. И не стыдно, да? Что вы делаете? Успокойся. Что вы делаете? Успокойся. Негодяй! Что ты там что делаешь? Ты что делаешь? Пусти его, не дери.